Всем привет! С вами Дмитрий Добровольский, и вы снова на моей кухне. Осталась еще у нас одна селедка. Смотрите видео, как мы засаливали селедку. Ссылочка на видео будет в описании. И я думаю сделать из селедки салат селедка под шубой классический. Итак, для селедки нам понадобится сама селедка, лук, отварные яйца, картошка, красная вареная свекла и майонез. Смотрите предыдущее видео, как чистить селедку. Ссылочка на видео будет в описании. Почистили филе селедки. Теперь порежем ее мелкими кубиками. Порезанную селедку укладываем на дно какой-нибудь посуды, в которой мы будем готовить салат. Лук также режем на мелкие кубики. Лук ложим поверх селедки. Далее трем на крупную терку картофель. Пропитываем слой майонеза. Следующий слой будет состоять из яиц, натертых на крупную терку. Натерли яйца. Также пропитываем этот слой майонезом. Следующий слой натираем на крупную терку отваренную свеклу. И, как вы уже догадались, пропитываем этот слой майонезом. Наш салат практически готов, но мы до завтрашнего утра отправим его в холодильник, чтобы он настоялся и пропитался как следует. Ну вот и прошла ночь. Достаем нашу селедку под шубой. Кстати, есть новость. Тем, кому нравятся мои рецепты, я создал группу ВКонтакте. Ссылочка на группу будет в описании. Так что подписывайтесь на группу. Ну, с селедкой вроде бы закончили. Мама. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео в социальных сетях. Также подписывайтесь на мою группу. Ссылка будет в описании. Ну все, пока.